Рейнджер. Представляю вам бойца в синем углу клетки. Ему 25 лет, рост 182 сантиметра, вес 83,6 килограмма. За его плечами 5 побед и 1 поражение. Представляет клуб Комода из Сан-Паулу. Бразилия, Куэмуэль Атони. Его соперник в красном углу, ему 24 года, рост 185 сантиметров, вес 84,5 килограмма. Его рекорд – 1 победа. Представляет клуб «Баксан» из Нальчика, Россия, Арсен Тенгизов. Рефери в ринге – Герихан Шибилов. Очень многообещающее противостояние нас с вами ждет, уважаемые друзья. Это соглавное событие вечера. КМЛ Оттани из Бразилии и Арсен Тенгизов из России, Кабардино-Балкарская республика, клуб «Аллигатор». Заключительный на сегодняшний день поединок гран-при в среднем весе и соглавное событие вечера, 24-й по счету бой сегодня. Да, так много боев комментировать прежде не доводилось. Ну, я думаю, в 6 часов мы укладываемся. И посмотрите, что творит бразильский файтер. У него вылетела рука с разворота, бэкфист, туда же нога, бэккик, вертушка по инерции. Но ни один из ударов не дошел до цели. Ну и как же тяжело Арсену Тенгизову, наверное, приходится сейчас, который встает в левшу после такого долгого перерыва. По любителям-то Арсен, наверное, выступал, но все-таки профессиональный спорт – это немного другое. И удар с разворота от Оттани. Джеб в туловище Арсена Тенгизова. Здорово дернул он соперника. Пробил этот самый удар. Ну и хай-киком ответил в блок Оттани, лоу-киком отвечает Арсен и улыбается. КМЛ показывает, что нормально оценил действия соперника. И лоу-кик снова от КМЛ. Ну и в углу находится как раз таки Борис, да, который уже сегодня выступал. Вот они. Из права стоит его соперника и левый на туловище и апперкот. Полуапперкот, полубоковой такой. Заводится бразилец, это можно понять, глядя на его глаза, ему нравится такое. Ну и в том самом углу у КМЛ Оттани находится Эмерсон Риас, о котором мы сказали, ну и Хэббисон Батиста, боец основной лиги ACB, легковес, который уже знает, что такое драться с бойцами из Кабардино-Балкарии. С Али Баговым его противостояние мы помним, трехраундовое. Впервые за долгое время он стал первым бойцом, который сумел продержаться все три раунда против Али. Да, и вообще Али очень удивил в этом поединке, конечно. Ну и после этого Али продолжил, да, продолжил свое нашествие именно решениями судей против другого бразильца Леандра Сильвы, экс-бойца UFC, очень хорошего файтера. Ну и возвращаясь к поединку, мы видим, что оба предпочитают действовать в стойке, жесткие ударники. Так интересно сокращает дистанцию Арсен, такое ложное движение. Якобы лоу-кик выбрасывая, ну и справа в догонку. Размен снова. Заводит, конечно же, соперника тоже. Играет с ним бразилец. Бразильцы это любят в любом виде спорта. Ну и в стойке левши вновь действует Арсен Тенгизов. И вынужден он вернуться в стойку правши. Помог ему в этом как раз таки его оппонент, пробив очень жесткий лоу-кик во внутреннюю часть бедра.
фронт-кик от Тингизова. Нерв поединка чувствуется. Оба довольно-таки классные ударники. И вот-вот что-то может произойти. Вот там ожидаешь, да, вот как сейчас. На встречу действует Сэм Тингизов. Тингизов, да, и пробил справа, но потом левый, то повторный удар не достиг цели. Ну и разозлился Оттани. Показал всем своим видом, что будет искать возмездие. Одно из следующих атак. Внутренний лоу-кик от Арсена Тенгизова. Вот эти удары с разворота, они абсолютно не действуют в этом поединке. Оттани не может донести их до цели. Арсен все видит. Тут много финтит играется бразильский файтер, но в плане какого-то результата это не отображается. Подхватывает сейчас он Тенгизова, и Тенгизов в этой ситуации просто 3 или 4 удара нанес. Оттани, нравится ему то, что происходит. А вот нравится ли судьям подсчете очков его действия, это уже вопрос. По ощущениям, Арсен Тенгизов оставил первый раунд за собой. Ну и точку он, конечно, поставил вот по концовке сам, когда подхватил левую ногу и с правой несколько раз хорошенько приложился в голову. Вот хороший удар по туловищу с дистанции от Арсена. И хайкиком отвечает. Да, с передней ноги. Видел этот удар Арсен. Отжимает Арсен и снова выбрасывает. И опять начинает играть. Конечно же, бразилец. Ну, нужно отметить, что бразилец здорово держит удар. Довольно-таки жесткие выпады соперника он пропускал, но при этом какого-то эффекта это тоже не производило на него. Не был он потрясен. Хотя вот в других случаях этого хватило бы. Это самое грозное оружие в исполнении Оттани пока. Это внутренний лоу-кик. Хороший момент выбрал Арсен Тенгизов для этой атаки. И мидл-кик очень плотный. И лоу-кик. Вот лоу-кик — это основное оружие. Это то, что лучше всего Оттани получается. Но одними лоу-киками бой вряд ли возможно выиграть. Ну, возможно, если ты их бьешь, как Альберт Дураев в последнем бою. Ну, или соперник ничего не делает. Тогда действительно, может, возможно. А тут соперник довольно-таки активен. Ну, идет вперед бразилец. Понимает он, что пропустил больше, чем попал ударов. Поэтому нужно искать счастье в атаке. И вот внутренний лоу-кик очередной. Да. Мне кажется, что там не было заключенного удара. По крайней мере, визуально это было, так показалось. Ну, возможно, где-то нога зацепила ту самую область. И эта боль отдалась. Вероятно. Но в любом случае, что есть, то есть. Пауза у нас имеется. И рефери Герихан Шпилов возобновляет бой. Извиняется бразилец перед своим соперником. Показывает, что не специально. Ну и очень жесткий лоу-кик. Посмотрите, как заряжен бразилец. Это в стиле Андерсона Сильвы уже действует. Эти руки вверх, в сторону. Ну, конечно, от уровня Андерсона Сильвы намного световых лет он отстает. Но тем не менее. Вертушка, внутренний лоу-кик. Вертушка хоть и в блок, но уже поинтереснее было это все. Такие вот жесты здесь не оценят. Наверное, ему сейчас в перерыве стоит объяснить бразильцу, что подобное не принято на Кавказе. Ну, вероятно, он показывает, что сейчас выбросит ногу, такие ложные движения. Может, это он имеет. Хотелось бы, по крайней мере, так думать. Вот внутренний лоу-кик. И право на встречу, и хай-кик от Арсена Тенгизова мы с вами видим. На одном дыхании проходит этот поединок. Интересно его смотреть и интересно комментировать. Бойцы очень много передвигаются и выбрасывают удары. Не так много, но и немало. Ровно столько, сколько требуется. Вот это уже опасно. Да, и
чуть плотнее окажись, этот удар было бы, могло все плотнее закончиться для Арсена Чингизова. Вот пока что Арсен очень грамотно и вертушка, посмотрите, через ложные удары бэкфистом. И тейкдаун проводит Оттоми. Вот это да. Да, и удалось зафиксировать. Включился в концовке Оттоми. За чуть более, чем за минуту до конца второго раунда. И хороший локоть. Ну и классная позиция в лице этого файтера. И были у меня опасения. Оу, добивающий удар справа еще. Были у меня опасения, что не будет конкурентен. Потрясен Арсен Тенгизов, эти удары его явно потрясли, потому что он без какого-либо сопротивления дает сесть маунт бразильскому файтеру, и это уже очень опасно. Второй раунд однозначно остается уже за Оттоми. И хорошо отключает, опаснейший. Разворачивается Арсен Тенгизов, и удушающий прием последует ли? И кровь там, если я не ошибаюсь. Да, там появилась кровь, очень сильно вот эти вот локти дают о себе знать. И активно начинает уже буквально вколачивать голову соперника в канал. И сейчас остановит поединок рефери Герихан Шипилов. Все! И так неожиданно после 4 минуты 37 секунды второго раунда победу техническим нокаутом одержал Куемуэль Оттоми, клуб Комода, Сан-Паулу, Бразилия. И ваши аплодисменты его сопернику Арсену Тенгизову.